Есть и спать. Сейчас это основное занятие 10 щенков Шельмы. Так здесь назвали бездомную собаку, которую только что привезли из Адлерского района. Еще десятки бывших беспризорных собак живут в индивидуальных будках. Это стало возможным после появления неподалеку от Барановки приюта для бездомных животных. Участок величиной почти 5 гектаров выделила администрация Сочи. Хотелось бы сказать выразить большую благодарность все-таки нашему мэру, потому что он увидел проблему, он понял, и он нам очень много помог. Это та площадка, на которой надо в дальнейшем развиваться. Это то предтеча, с которого можно начать хоть что-то, ту работу, которую в дальнейшем она здесь планируется. Они дружелюбны и доверчивы, всем сделаны необходимые прививки. С едой помогают волонтеры и спонсоры. И еще 100 новых будок ждут постояльцев. Как здесь надеются, временных. Каждый четверолапый в идеале должен попасть в добрые руки постоянных владельцев. Закончили основные работы по подготовке. Здесь площадки, подведению дороги к этому участку. Сегодня вводится вторая очередь вольеров. Сейчас устанавливаются емкости для воды, вечернее освещение. Собак принимают в строго организованном порядке для уверенности, что каждому псу достанется крыша над головой, необходимый рацион и помощь ветеринара. Итак, первый шаг сделан. Собаки спасены, накормлены, находятся под присмотром ветеринара. Но все же, как считают все, кто работает над проектом, основная задача – найти дом и любящих, а главное – ответственных хозяев всем собакам, в том числе и этому карапузу. Галина Моисеева, телекомпания ФКТ.